Объект важный, потому что сюда, в усреднители промывных вод, из травилок стекаются отработанные кислотосодержащие растворы. Это своего рода транзит. Здесь жидкости накапливаются, а затем направляются на очистные сооружения. Модернизация коснулась одной из двух чаш. Была демонтирована старая изоляция, футировка. После этого было нанесено антикоррозионное покрытие, полностью восстановлены все стенки, днище и сделано перильное ограждение с отмосткой. Еще одна актуальная тема на участке очистных сооружений промстоков площадки А – это благоустройство территории. Работники своими силами заасфальтировали пешеходные дорожки, высадили около 70 саженцев яблонь, причем на часть молодых деревьев – дички. Даже попробовали привить сортовую. Удался эксперимент или нет, покажет время. Пока инициативные сотрудники наслаждаются плодами других своих трудов. Также в этом году мы возвели вот такой вот флаг корпоративный, который теперь видно со всех сторон города. И силами же работников цеха была создана спортивная площадка, на которой мы ежегодно проводим теперь свою цеховую спартакиаду. Часть территории производственного участка все же пока остается неблагоустроенной, например, там, где на будущий год планируется проложить новый шламопровод. Но это уже совсем другая история корпоративных будней 29-го.